Всем привет! Собираюсь в отпуск, решила, почему бы мне не заснять, собственно, мои косметички в отпуск, то, что я беру с собой. И тут будет и уходовая косметичка, и косметичка с декоративной косметикой. Во-первых, я думаю, что те, кто тоже, может быть, собирается в преддверии отпуска, может быть, для себя найдет что-то полезное и возьмет тоже из этого видео, либо вы мне подскажете то, что я, может быть, забыла положить. То есть, таким образом, поможем друг другу собрать наши идеальные косметички в отпуск. Так, давайте приступим и начнем с ухода. Готовила эту косметичку от Yves Rocher, она мне пришла недавно, она большая, и как раз я думаю, у меня все продукты сюда поместятся. И плюс здесь есть внешний такой вот отдел. Давайте начнем, наверное, с очищения лица, потому что это для меня, ну, одно из самых главных. Именно для снятия макияжа я возьму такую вот малютку, это у меня от Биоре. Здесь у меня, как видите, немного, потому что я уже и пользовалась. Это, как я понимаю, что-то типа масла гидрофильного, и она очень хорошо снимает макияж. И если мне этого не хватит, а это примерно на 3-4 дня, то я возьму еще с собой вот такие вот влажные салфетки, которые предназначены для снятия макияжа. Я думаю, что вот этого мне будет вполне достаточно. Пока я буду все так вот хаотично сюда ложить, там дальше уже разберемся, как это лучше упаковать. Вторым этапом очищения я взяла для себя от La Roche-Posay Foclar гель для умывания. Очень классно, у меня есть полные размерки. И вот мне такой пробничек дарили. И очищающий гель от Гималаи для умывания с нимом, там, по-моему, для жирной проблемной кожи. Сейчас посмотрела, что у меня есть пробничков много. И я бы их, наверное, собрала все в один вот такой пакетик. Так что пробнички я буду складывать, скорее всего, вот сюда. Затем мне понадобится тоник. Здесь я взяла от Jafra. У меня тоже его совсем тут чуть-чуть осталось. Он вообще практически не какущий. Ну, просто обычный тоник. Поэтому я, кстати, миниатюрки, либо такие вот саше, которые буду брать с собой, если они не прям какие-то примечательные и не те, которыми я хотела бы с вами потом в отзывах, в пустых баночках поделиться, я их буду сразу же там на месте выкидывать. Взяла вот такую вот мицеллярную водичку, 2 в 1, она как и тоник выступает, как мицеллярная вода, собственно. Я думаю, что мне тоже этого вполне хватит. Далее, увлажнение. Здесь я взяла 3 кремушка, 2 от Yves Rocher, которые очень легкой такой консистенции, также для жирной кожи. И от Clinique, это тоже матирующий кремушек. Я думаю, мне их также хватит, но мало ли вдруг не хватит, я еще взяла с собой вот такую миниатюрку от Ahava, это, по-моему, израильская косметика. Здесь у меня, наверное, еще половина есть. Что касается вечернего ухода, здесь тоже у меня есть от Berry сам коллаген крем, он такой жирненький серум Vegetal от Yves Rocher. И вот такой также от Берисом, это эссенция. И если мало ли мне не хватит, а также для зоны под глазками и на шею, которую я точно знаю, что он хорошо питает, это от Академи, у меня тоже его где-то половина. Естественно, куда без ватных палочек, я беру с собой немного, потому что их можно купить в любой аптеке. Так, на всякий случай просто беру с собой в такой вот упаковочке 10 штук. У меня ватные диски. Ну, это тоже такой вариант, что если надо будет больше, это все покупается в любом магазине. Но вряд ли я захочу делать какой-то дополнительный уход для лица, маски и так далее. Но на всякий случай, ну, мало ли, захочется в какой-то из вечеров нанести вот такую успокаивающую маску от The Siam. Это с муцином улитки. Я взяла вот такую тканевую с собой. С таких вот саше, пожалуй, все. Дальше у меня просто в маленьком размере все будет, поэтому я это сразу сюда кладу. Переходим к волосам и к телу. Естественно, здесь я беру с собой мицеллярный шампунь от Yves Rocher. Также у такого объема мне хватит за глаза, и я думаю, что я еще и домой привезу, потому что его нужно очень мало. Он хорошо мылится и хорошо очищает. А также я возьму таких вот 2 саше. Это у меня от Garnier с миндалем, касторовым маслом, шампунь и кондиционер. Кондиционера, конечно же, мне не хватит там на 2-3 раза. Это кондиционер такой на 1 раз. Но я беру с собой масло, сейчас я вам его покажу, которое заменит мне кондиционер либо масочку. От Husks, это у меня с аргановым маслом, 18 мл. И здесь, конечно, смущает меня крышечка, которая вот, собственно, вот так открывается и закрывается. То есть вообще максимально просто неплотное закрытие, которое можно было придумать. Но я как-нибудь подумаю, как мне обезопасить от того, чтобы он пролился. Также возьму с собой шампунь сухой, это у меня от Shampoo. Слушайте, он стоит
вообще, там, не знаю, 120 рублей примерно, ну, действительно продлевает свежесть на один день, как тут заявлено, но он не дает объема. И запах у него очень легкий, фруктовый, ненавязчивый. В общем, мне этот шампунь понравился. Для сухого шампуня я, в принципе, вообще не могу. Ни дома, ни тем более в поездках. Переходим к телу. Что касается тела, то здесь у меня Desert Essence. В малюточках таких есть гель и лосьон для тела. Они мне очень нравятся, они оставляют аромат на теле. И как раз к отпуску таких малюточек я и покупала. Также я беру от Fight дезодорант и гарнирный это крем-дезодорант. Два моих будут помощника. Несмотря на то, что я лосьон взяла Desert Essence, я возьму еще такую малышку, крем для рук от Yves Rocher с кокосом. Классный аромат, будем пробовать. Отпуск мне предполагает лежание на солнце на пляже, но все-таки на всякий случай я возьму солнцезащитный крем для лица, я использую его просто для тела, просто чтобы, ну, если понадобится вдруг, добить его. Срок годности после вскрытия 6 месяцев, поэтому нужно добивать в этом году. Возьму еще вот такие вот одноразовые станки, я вам показывала, я их заказала в Faberlic, их было 3 штучки, я беру с собой на всякий случай 2, потому что я не знаю, как они по остроте лезвия своей, через сколько они затупляются, как раз потом смогу вам рассказать о них свое мнение. Из парфюмчиков беру с собой вот такие вот малышки, это у меня от Faberlic, здесь мне надо их просто добить, они мне мозолят глаза, я не могу, когда вот такие вот малышки у меня валяются. Здесь Sorbet Jelly, это с коллаборацией Marivey, Beauty Cafe Caprice, от Ренаты, они все в принципе такие, ну кроме Ренаты, легкие, ненавязчивые, фруктово-цветочные, поэтому я думаю, мне пойдет, и я положу их сейчас вот такую вот упаковочку, чтобы они у меня не раскидались по всей косметичке. Также я беру от Yves Rocher вот такие вот Элямор. Я буду красить лаком ногти прямо перед отъездом и покрывать их сушкой от Faberlic, которая дает мне стойкость от 4 там, до 6 дней. Но на всякий случай я возьму с собой такую малышку. Во-первых, потому что маленький объем. Во-вторых, я ей еще не наигралась. Это в предыдущем заказе Faberlic я вам показывала. Топпер для ногтей от Faberlic. Такой вот лак. Если вдруг у меня где-то будут сколы, я просто поверх нанесу вот этот топпер, и у меня заново как новый такой маникюрчик будет. Такой лайфхак вам, если мало ли вы ненадолго куда-то едете, не хотите заморачиваться и брать с собой жидкость для снятия лака, лаки и так далее. Друзья мои, у меня уже косметичка, конечно, тут полная и еле-еле закрывается, но я это все, естественно, без вас уже, дабы не тратить ваше время, попробую укомпоновать это все и закрыть все-таки ее, и вот косметичка с уходовыми средствами у меня готова. Да, я не показываю вам здесь мочалки, мыло, зубные щетки, зубные пасты. Естественно, это все берется с собой. Я обычно это собираю прям перед отъездом. Косметичка с уходом у нас на данный момент готова. Жду от вас, может быть, я чего-то забыла из ухода взять с собой. И сейчас у нас будет косметичка с декоративкой.